Всем привет! Меня зовут Елизавета Антонова, и я представляю Воронежскую область. Впервые вышла на сцену в возрасте 3 лет, и тогда уже поняла, что без сцены и без песни жизнь не имеет смысла. Весна иде красу несе, а в тій красі радіє все. Я знаю, что музыка лечит, она помогает, потому что музыка вылечила меня. Мне было 10 лет, я получила травму позвоночника, и врачи запретили заниматься вообще музыкой, выходить на сцену, потому что это физическая нагрузка. Я умоляла своих родных отвезти меня на конкурс, хотя я находилась в жестком корсете. Они меня отвезли сквозь все запреты, я его выиграла. И как-то само собой вот эта травма, она прошла. Поэтому, наверное, для меня это очень важно. Это транслировать то, что то, что нет чего-то, что человек и сила воли не сможет преодолеть. Я бы хотела создать студию, которая бы развивала детишек, не похожих на других, детей с ограниченными возможностями. Я гастролировала с ребятами из детских домов. Я была в колониях для несовершеннолетних, давала там концерты. И видя вот эти глаза, наполненные такой тоской, что у них этого нет, вот мне бы хотелось искренне им в этом помочь. Как у тебя прогон прошел? Слушай, очень волнительно. Что-то я так разнервничалась. Мне кажется, сегодня ночью даже не усну. Да? Слушай, возьми Рекицен РД. Мне очень помогает засыпать практически в любых ситуациях. Принимаю, пользуюсь, рекомендую. Спасибо.